Друзья, сегодня у нас 17 июля 2022 года. Прошел редкий дождь 5-минутный. Мы этому рады, мы уже давно забыли, что такое обильный дождь. Енисей сухой, везде торчат острова, голые берега. Вот, как при этом чувствует себя сад. Ну, в этом саду мы были с вами не раз. Посадки 2015, там вот где погуще 2015 года, а где пожиже 16-17. Вот, ну, просто обходы мы делали. Давайте немножко про агротехнику. Вот, итак, снова учат делать штамбы. Штамбы делают голыми до метра высотой. Это еще у однолетних, у двухлетних, у трехлетних деревьев. Сразу убирают все, что растет ниже метра. Это все и всюду видно, вопиет. Сегодня только прислал мне один из моих друзей ссылку. Там всего-то двухметровая черешня, но метр отрезать снизу и делать голый скелет, голый метр этот нижний, это считается очень важным. Кандидат наук ведет эту лекцию. Значит, я придерживаюсь противоположного мнения. Вот, и так этот метр нижний должен быть вот таким. То есть никогда ничего не отрезать. Вы сильно не придирайтесь, знаете, к чему? Сейчас объясню. Видите, росло дерево, потом пришли годы месяца ненастья. Дикая засуха, и дерево фактически заболело. Вот, в чем оно выражается? Оно теряет иммунитет, и именно это служит основанием для того, чтобы им начали питаться все, кому не лень. Вот эти вот раны я отношу именно к жукам. Когда дерево здоровое, вот сейчас пошли дожди, посмотрите, и только стало пойти дождям, оно дальше начало развиваться, да? Вот, и, как видите, я его не опрыскивал, вот следы нашествия, пока оно болело, поболело оно, не больное было, ослабленное, скажем так, и поэтому теряло иммунитет, поэтому его и грызли. Но момент прошел, наступил июль, первые же дожди, и ветки растут дальше. Не, все на полное самообслуживание, полное самолечение, никаких этих. Здоровье этого дерева зависит прежде всего от того, что на штамбе нет ран. Давайте еще посмотрим. Это, кстати, яблоня. На штамбе нет ран. Вот как она была привита в основании, да, видно разницу. Она была привита почти в корневую шейку. Так себе и росло. Я не могу отрицать, что когда я вот это делаю. Почему? Потому что это не случайно рано. Я просто делал дерево под названием маточное. Маточник. Если весь питомник молодой сад маточник, то вот это маточное дерево. А поэтому у меня было огромное желание сделать вот так. Я это сделал. Итак, вы видите, что дерево ненастья перенесло. Вот, страшно смотреть. И это на каждой ветке вот так. Вот так вот. Болело страшно. Пошли дожди, все наладилось. И мне, а мои оппоненты говорят так. Ну, кстати, сегодня про абрикос я уже столько вам рассказывал, что, ой, как же быть-то, ну как пройти мимо? Очень-очень мелкие плоды в этом году именно у королевского. В два раза мельче, чем... Это один из моих рекордсменов, плоды на 100 грамм. Вот. И вот у меня случилось чудо. Наверное, я не прав. Да...
потом готовьтесь это у виска крутить пальцем. Я про оппонентов. Посмотрите, насколько какая большая разница у второго королевского. Вы видите, плоды в два раза крупнее. Так. Вот. И чему мы обязаны? Обязаны мы тому, что здесь был привит сверхкрупный абрикос. На исторической родине на Украине плоды не влазили в банку. Стандартную, трехлитровую. Вот. И у меня на третий год цветущая ветка, прививка в скелет, третий этаж, вот она погибла. Вот. И мне кажется, я уж так скромненько говорю, кажется, хотя я просто уверен в этом, что качество сверхкрупного абрикоса Петр Великий перешли в скелет королевского. И вот теперь уже такие плоды. Это при том, что они еще твердые, как камень, и будут увеличиться фактически в два раза. Давайте еще посмотрим. Вот здесь, ну а здесь даже крупнее, сейчас покажу. Вот они. Ну, по крайней мере, намного крупнее вот этого, своего собрата. Вот так случается. Я это называю инфицированием. Вот, если кто-то из ученых не будет крутить у виска, то он назовет это свойство. Это инфицирование, это мое личное новое название. А это назвали бы просто ментором. Ментор, точка. Вот, как будто это что-то объясняет. Ну, еще показывал, не показывал. Вот, сейчас лучше стало видно. Еще Украина снова. Это не увеличился, а наоборот уменьшился абрикос персиковый. Он же привитый на другой подвой. Не так, подвой это тот же мажорский абрикос. Привитый в другом месте. Дал плоды еще не 100-граммовые, но, скажем, уже вполне приличные. Если бы не засуха, они были бы в два раза крупнее, потому что у меня даже видели, даже королевский какой мелкий. Теперь возвращаюсь к теме так называемых голых штамбов. Как видите, никаких голых штамбов у меня нет. Посадка на небольшой холм. Результат, ну, это один из первых урожаев. Вот, это белый налив. Я его возрождаю. Когда-то был чуть ли не в каждом саду, потом научила так называемые средства массовой информации калечить штамбы, и результат налицо. Я тоже калечу, смотрите, видели? Но это я калечил для того, чтобы иметь возможность прививать ветки. Отрезав ветку, я загубил вот столько. Видите, да? Один пример. Ну, есть такая, я не буду, Вероника Поливкина, я не буду ее жалеть, потому что уже третий миллион ее глядачей, то есть людей, которые посмотрели ее произведение, так называемое, ее фильм о обрезке, везде браво, молодец, ангельский голос, и учит людей убивать деревья. В прямом смысле, резать до их смерти. Вот. Давайте смотреть. Вот это одно единственное ее, когда я ее все-таки пытался наставить на путь истины. Так, единственное, что я добился, это ее фраза. Нет, все-таки нижняя, все-таки надо делать искусственный скелет, не так, как природа устроила, а делать его так, чтобы ветки не лежали на земле. Вот видите, лежит на земле, как бы от этого портятся плоды. Не спорю. Вот видите, вот лежит на земле. И вот лежит на земле. Вот видите, вот. И какое из этого горе, я не представляю, я просто понять не могу. Неужели ради этого я должен был отрезать все ветки до высоты метра? А? Посмотрите на эту красоту. Но это год особый. Много посыпалось, видите, мелочь. В таком возрасте мелочь посыпалась. Почему? Засуха дикая, невероятная, которой никогда такой не было. Вот. Вот вам ответ. Стоит ли калечить дерево, лишать его иммунитета,
только для того, чтобы вот эта вот ветка не лежала на земле. Потому что, будь она на метр выше, тогда бы она висела бы. А тут и правда легла. Какое горе! Ой, какое горе! Это же надо же изувечить дерево, чтобы вот этого не произошло. У меня ничего она придумать не могла. Почему я говорю со злостью, с иронией? Вред страшный, невероятный. Вот еще, видите, опять. Какой, вот знаете, пошли в мой сад вот такую вот даму. И дай ей секатор. Нет, не сейчас. Сейчас она не станет отрезать ветки с плодами. Нет. Она не такая дура. Она зарабатывала свои серебряники за счет того, что делала это только выдранных схем из интернета. Вот. Режем, загущаем. Ой, загущено. Режем, осветляем. И кто-то в это поверит, что так надо делать. Ради этого, какое счастье, что сейчас отменили это так называемое, знаете, когда платили за эти самые страшные фильмы, за просмотры, получали много-много серебряников. Вот, ну, то, что я не болтун, ну, убедитесь сами. Вот этот сорт под названием Фаина, это дело моих рук. Вот, наверное, мне так кажется, что вот. Но это я сделал этот сорт. Все об этом знают. Вот видите, вот это вот Волга. Оттуда, от Свирина, Царства Небеса, ко мне пришел сорт абрикоса под названием Дар Небес. Видите? Вот. И, как видите, я ничего не калечу. Вот, секатором не подходил. Амур. Посмотрите, какой красавец. Внимательно смотрите. Из плодов будет, наверное, ведер 8. Вот. Он еще только-только созревает. Вот он, амур, амур, амур. Вот, вот это все амур. Жаль, что плохо видно на фоне неба. Как будто их и нету тут. Вот. Молодничок. Прививали Сергей Александрович Савинич. Единственный человек с ученого мира, который мне поверил. И прошел у меня производственную практику. Ну, затянулась практика, да, затянулась. Лет на 7. Вот. Что еще вам показать? Так. А, уже съедобная сейчас. Я покажу. В прошлом году мы с ней сколько? До 100 грамм плоды мы взвешивали. Плоды были до 100 грамм. Это вот особое дерево. Вот видите, вот так они выглядят, вот так они на холмах, вот видите. Вот такие у них урожаи. Жаль, что плохо видно на фоне такого неба. Вот, попробуем сорвать один, вот твердый как камень. И в этом году они мельче в 2 раза. Ну давайте уже кощунство допущу. Вот. Вкуснее ничего на свете нет, поверьте. Раньше считал, что самое вкусное – это персики. А когда наелся персиков, до тошноты, опять перешел на абрикосы. Так, посмотрели. Еще про агротехнику. Там, где полдня запада заслоняет вишни, высокие очень так, до 6-7 метров. Видите, там штамбы образуются сами, смотрите. Дерево тянется к небу. Вот. Вот это тянулось. Солнца не хватило. Получился вот такой симпатичный пень. Ничего. Ветка снизу полезла и превратилась в новое дерево. Этот боковой побег стал практически центральным. Так, здесь что у нас? Вот. Теперь смотрите сюда. Вы скажете, что ж такое? Где следы прививки? Нету следов прививки. Ах, вот почему они такие мелкие. Это же сеянцы. Вот. Сеянцы кого?
Я их называю сыновья манжурского абрикоса. Вот видите, какая мелочь. Вот, но с другой стороны, эти со сладкие есть. У меня их много таких, сладко-кислые есть. И чисто сладкие есть. Заранее угадать невозможно. Вот, но представьте себе, что у вас компот из них. У них такое качество есть. Пока чуть-чуть не доспели, хрустят на зубах. И в этот момент их надо закладывать на банки. Конечно, кощунство, когда в банку вместе с мякотью попадает и косточка. Ну, значит, надо вырасти столько, чтобы было не жалко. Вот так вот. Вот. Получил я несколько фотографий жердели, но жердель уже в чужих садах получилась очень крупная. Очень крупная. Вот. Сейчас покажу вам ее. Так. Ну, тут у меня чего только нет. А, вот она жердель. Я знаю, что это наверняка будет гибридный. Был саженец. Все-таки у нее должен быть папа. И с нетерпением жду. Там на том участке жердель уже начинает сыпаться. Вот. Вот примерно такого же плоды. А эти никак не хотят. Значит, папа поздний. И там-то привитый был на Манжуре жердель. Это с Украины я привез, в Херсонской области. А здесь получается, неизвестно кто папа, уже более поздний, и надеюсь, что укрупнится, хотя он не привитый. Ни разу, вот он, не привитый, не привитый. Вот. Ну, еще что-нибудь показать, что я обычно не показываю. Так, вот это небольшое скромное дерево, ему порядка 10 лет. Рост мощнейший. Мощнейший рост. Вот, уссурийская груша. Она в этом году мне даст очень приличный урожай. Очень приличный. Но он не предельный, нет. Почему? Цвел так, что тут не было дерева видно. Все было бело. Но его некому опылять. Она частично самоплодная. И урожай самый большой Тимошка собирал, а я ему за каждое ведро вот таких грушек, чтобы его приучить к садоводству, платил по 100 рублей. Поэтому и запомнил. 9 ведер. Пока это был предельный урожай. В этом году я жду ведер 15, скажем так. Вот. А как он тут оказался? Конечно, соседу я подарил саженец, который был привитый. Два привитых. Вот один. Груша, лесная красавица. И второй. И вдруг побег погиб. А подвой пошел, а соседу это все неведомо. И подвой почему-то так ровненько пошел. У груш самые кривые горбатые побеги от земли, начиная так называемые сеянцы. Очень кривые. Бывает так, что люди жалуются, вырастят из семян, их привить невозможно. Настолько они зигзагообразные, похожие на молнию, вот, которую пишет, осторожно убьет на этих. Вот такие бывают. И вдруг ровники, и никаких следов прививки. Ну, что тут торчит? Ну, это вообще не считается уже. Вот. Окультуривать он, откультуриваться он от прививки не стал. Вот. Вот она мелочь. Будет меньше яйца будут. Вот это красавец. Вот это вот. Вот. Урожай у него приличный. Не смотрите, это абрикос сюда залез, в крону к нему. Вот этот вот красавец залез к нему в крону. Вот. А на самом деле это груша. Вот я чуть стороночку.
На самом деле это груша лесная красавица. Она здесь всегда мелкая, до 100 грамм. А у Чернобаева сад дублер, мои черенки, у него получались до 400-450 грамм. И уже такие примеры раньше были. Соседу посадил саженец еще одному, ну грамм 150. Огромные плоды опять у Чернобаева. У меня огромные плоды были только один год. А потом резко измельчали, ну, возможно, из-за того, что урожаи большие. Вот немножко с грушей познакомились. Вот. Ну, можно еще чуть-чуть походить. Пусть мы уже тут были, но время идет. Вот. Там смотрел кто-то, человек смотрел, он скажет, да ладно. И выключил, пускай. А нет, кто-то другой пусть посмотрит. Так, давайте смотреть. Итак, персик, привит на абрикос. Видите, боковую ветку я убирать не стал. Абрикос это минус 40, минус 50 по-дружески держит. И только, мне так кажется, просьба у виска не крутить, я все равно не вижу, как вы крутите. Но я просто хочу подчеркнуть, я с другой стороны зашел, подошел к нему же. Смотрите внимательно. Наверное, корень манжурца. Боковая ветка манжурца, получился такой единый организм. Вплоть до того, что вот он персик, вот он персик, вот он, видите? Это первый урожай у него. Он молодой, ему всего где-то 3-4 год. Вот. И вот это вот сиамские близнецы, персик и абрикос, составили такой, у них получился общий организм. И общее, подчеркиваю, общее кровообращение. И поэтому у него кровной персик выдержал. И была предпоследняя 40 градусов зима. Последняя теплая 32-33 всего лишь. Но в общем все равно это выходит за грани научных данных. То есть он должен был замерзнуть при 26-8 градусах. Вернее выдержать, но не больше. Итак, подвой мажорский абрикос. Посмотрели. А вот это подвой. Еще раз показываю. Простите, кто видел. Вот. Фильмы бесплатные. Потерпите. Вот это подвой китайская слива. И на нем тоже вырос персик. Вот. Уровень морозостойкости примерно такой же. Почему? Выглядит одинаково. Так. И где-то я вам сейчас покажу 1-2 персика. Покажу. Куда вы делись?